Всем хай, дорогие друзья, собственно. Снова Диабло 2, и у нас кладбище сестер. Кладбище сестер. Давайте для начала сходим к Чарси, посмотрим, нет ли у нее чего интересного. У нее есть двуручный меч. Урон одной рукой. Ага, двумя руками. Так, 3-10. А у этой... А, не, ну это ладно. Так, по броне, ну, вроде бы тоже все то, что и было. В разном. Давай, показывайся в разном. В тайнике у нас 17 тысяч, кстати, неплохо так-то. Ой-ой-ой-ой, ты чё? Тут тоже ничего интересного. Собственно, нам сейчас надо в кладбище, на кладбище сестер, поэтому... Черт тебя возьми. Вот, поэтому погнали к порталу. Погнали к порталу, и пусть он нас отнесет в каменистое поле. Если я сейчас не ошибаюсь. Надеюсь, что нет. Так. Нам надо убить кровавого ворона, ну и пошли, собственно, убивать. Так. Подождите. Так, каменистое. Я не понимаю, когда я уже успевал здесь походить, хотя вроде бы тут в первый раз. Ну как в первый раз? Короче, сейчас разберемся. Наверное, мне все-таки назад надо. Да, мне в холодные равнины и пойти вон туда вот надо. Там у меня, собственно говоря... Открыт проход на кладбище. Зелий выносливости у меня нету. Замечательно, просто супер. А выносливость заканчивается тем временем. Меня нападают. Вон, все, погнали. Отстаньте, пожалуйста. Мне сейчас не до вас. У меня сейчас будет жестокая битва. Ладно, блин, придется их зачистить, потому что они от меня не отстанут. Выносливости у меня нету, и убежать я от них не смогу тоже. Поэтому придется их убивать. Как бы это жестоко не звучало. Конечно, они очень охреневшие что-то стали. Так. Погнали. Собственно, все, отстаньте от меня все. Дайте мне... Нормально пройти на кладбище. Так, стой. Дайте мне два больших бутыля. Так. Так как, собственно, бёрдыш у нас бьет сильнее, мы оставим его. Так, теперь, собственно, что нам надо? Вход, нам нужен вход. Где тут вход? Вот он вход. Это у нас вход в склеп. Так, блин, ты можешь пройти через забор здесь? Нет, не можешь. Понятно все с тобой. Давайте здесь тогда. Собственно... Все, мы на кладбище. Вот если мне эти лаги по какой-то причине, не знаю почему, раньше их почему-то не было. Почему? Что с тобой не так? Собственно. Все, хватит их бить, уходи. Да, ё-моё. Всё, собственно, мы убили кровавого ворона. Всё. Давай, отвисай быстрее, мать твою. Так,
пока там душа или что это освобождается, мы собираем здесь все, что нам дали. Так, список заданий. Кстати, я взял задание зачем-то раньше времени на вот это вот... на башню какой-то там девицы. Собственно, уже склеп и все остальное мы зачистим в следующей серии. Да, блядь, дайте выйти. Вот, это уже будет в следующей части, просто не хочется... Мы убили кровавого ворона, это уже хорошо, потому что я создал еще одного персонажа, и вас за ассасина, кстати, убить кровавого ворона без брони, это возможно. Если у тебя, естественно, есть кучу вот прям хилок, которые тебе помогут это сделать. Так, смойся, пожалуйста, отдай мне свои золотые. Да мать твою, отдай ты мне их. Ненавижу, когда промахиваюсь. Вот это. Все, идите нахрен. Пошлите все в попу, пожалуйста. Вот, собственно, возвращаемся к порталу, где он у нас тут. Так. Угу. Опять же, у нас выносливости не хватает. Ага, за мной бегут. Еще с какой скоростью бегут, вы посмотрите. Такое ощущение, что у них вообще выносливость прям бесконечная. Хотя это нежить, по идее. О, здесь меня тоже уже ждут. Вон, собственно, портал, погнали до него. Пожалуйста, отстаньте все, все отстаньте от меня. Собственно, каменистое поле, там у нас тоже данж есть какой-то. Все, пожалуйста, в лагерь бродяг. Да, спасибо огромное. Так, кому мне надо было там вернуться? Ну-ка. К Каши. Погнали. Каши. Так, собственно, о, нам дали... Ай, блин. Ладно, все, заканчивай свою. А можно нам, пожалуйста, Алису? Есть здесь такая? Лина... Нет, к сожалению. Ну, ладно. Пускай это будет. Я хочу посмотреть, теперь появилось ли то, что мне нужно. То, что мне нужно. Угу. Так, кстати, вот ботинки. Защита 9. У меня защита 5, но плюс к ловкости. За сколько они? За 800, да? У меня сейчас с собой 200. Тогда этим и сапоги... Так, ничего мы продавать пока не будем, кроме вот этого вот. Вот этого вот и ключа. На тебе еще это. Оружие. Двуручного меча, вот. Так, ладно. Тут что у нас... Нам бы лук. Короче, сейчас мы возьмем из тайника все деньги. Ну, 17 тысяч. Окей. Так, давайте подхилимся. Потому что нам нужно приодеть. А теперь, ну, собственно, нашего помощника-то покупаем. 6. 5. Ну, блин, там... А, ну... Давайте тогда их сделаем вот так вот. Да. Так, эти одеваем. Так, ремень. Защита 3, защита 3, к здоровью. Так, сюда. Купить. Так, броня. Броню мы оставляем эту. Пока месть. Так, собственно, инвентарь. Помощника, так скажем. А, то есть ей не нужны сапоги. Окей. Поиск ей тоже не нужен. Окей. Я только зря потратился. Ей нужно оружие. Оружие и доспехи. Ну, давайте тогда купим ей доспехи. Чё уж поделать. Так. Собственно, давайте с выемкой за 2000. Ни хрена себе. Многовато ли будет? Я не знаю. Может ей двуручный меч дать? Как бы... Какая у него скорость? Быстрая скорость атаки. Тем более, что... Думаю...
наша помощница сможет справиться с данным оружием. Ага, нет, не может справиться она с данным оружием. Ну-ка, здесь 21 урон, а здесь 17. Короче, я понял, ей только огнестрельное нужно давать и все. Тогда... Не, ну купить-то я тебе могу, подожди. Так, охотничий лук к уровню атаки. К минимальному. Так, значит, этот. Покупаем лук. А, и нам нужен шлем. Так, давайте для начала починим все свое. Так, теперь шлем. 9, 11. Давайте вот этот вот купим. Так. Все, собственно. У нас есть теперь помощница. Давайте деньги выложим. И на этом все. 13 тысяч у нас осталось. 14 200 у нас осталось. В принципе, нормально. Вот. Через время, когда мы уже походим, как раз вот это вот походим, мы будем очищать данжи на кладбище. Вот.